Ну что, братан, 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 давай. Если я тебя выиграю, с тебя кер голд за 003, бро. Пишет го. Го! Го? Чё, это трындец? Он сказал го, тихо. Если я его выиграю, с него кер голд за 0.03. Го! Чё, я не верю, он мне рофлит. Тихо, он мне рофлит. Он мне рофлит. Он сказал, что сольёт мне керамбит голд за 0.03. Если я сейчас выигрываю этого чела, он мне сливает керамбит голд за 0.03, вы понимаете? Мне надо прямо сейчас максимально сильно играть. Что у него по рангу? Голд 1? Это какой-то чел? У него мало часов, это может быть киберспортсмен. Нет. Ну что, покажи кер. Но у него их два, ребят. Реальный кер голд, ребят. У него еще при этом два на рынке. Дуэльный керамбит голд, ребят. Нет! Раунд мой! Один раунд есть! Это самый главный раунд для меня, ребят. Если я выигрываю, он сказал мне сольёт его за 0.03. Да! 2-0, ребята! 2-0! И он еще форсился. У него сейчас денег не будет, он форсился. Фух, ребят, это будет трешничочек. Он подлагивает. Да! 3-0! Я его выиграл вообще в нулину! Плюс кирголд, ребята! У него реальный кирголд, понимаете? У него реальный кирголд, это не фейк. Ухля! Прошил. Прошил меня. Надеюсь, хп, правда, только. Так, тихо. Сейчас мы сделаем офигенный мув. Я его вообще дрешу. 4-0 вообще! 4-0, вы понимаете? Мы дуэль играем на кирголд. Дуэль на кирголд играем 4-0. Вы понимаете? Давай, родной. Где он? Я не пойму, где он. Он там. Сейчас его заберу. 5-0! На кирголд дуэль! Вы рофлите? Дуэль на кирголд 5-0. Дуэль на кирголд. Забрал. 4 хп я ему оставил, ребят! 4 хп оставил. У него реальный кирголд, вы видите? У него реальный кирголд. Здесь я подаваться не очень хочу, если честно. Пока у меня не будет счета 7-1, я точно подаваться не буду. Шуму, мы играем дуэль на керамбит голд, типа лоу. 5-2, тихо. Сейчас уже не смешно, ребят. Забрал. 6-2, отлично. После 6-2 мы дуэлимся на керамбит голд. 6-2. На дуэль на керамбит голд, вы понимаете? Дуэль на керамбит голд. Я сейчас сделаю легендарную тему, смотрите. Я его сейчас просто... Он там. Я его видел. Он меня поджал. Очень жесткий мув. Да! 7-2! Дуэль на керамбит голд. Как? Ладно, один раунд еще играю с М40. Один раунд с М40 играю. А потом уже буду играть нормально. Один раунд с М40. Дуэль на керамбит голд, вы понимаете? На керамбит голд, ребят. Ля, ладно. Забрал! Кирголд мой. Что-то мне кажется, что он мне по фулу сольет. Бро, я тебя выиграл. Как и договаривались. С тебя кирголд. Тихо, сейчас голосовой включу. Братан, бро. Алло, меня слышно, скажи? Меня слышно? Да, слышно. Заходи на кирголд, бро. Покажи всем, что у тебя есть кирголд. Выставь его, пожалуйста. Прямо сейчас, чтобы все видели. Выставь все свои кирголды, которые у тебя есть, бро. Пожалуйста, прямо сейчас. Чтобы все видели. Раз кирголд вижу. Вижу раз кирголд. У него два вроде бы их было, да? Блин, если он сейчас реально выставит, то он будет самый офигенный чел на планете Земля. Реально. Но у него есть кирголд, я вижу. Братик, готовься сливать. Я сейчас поставлю 7... запрос. Запрос сейчас будет 72 тысячи. Все, я ставлю запрос. Грузится запрос, готовься. 72 тысячи сейчас будет запрос мой. 72 тысячи за 0.03, братик. 72 тысячи запрос сейчас будет. Грузится, бро. Грузится за 72, братуха. Грузится. Стой, мой запрос. Сливай, брат. Сливай за 0.03, братик. 72 тысячи, мой запрос. Сливай за 0.03, брат. Пожалуйста, лишь бы сейчас не сравнили, я бы не собрал. Пожалуйста, 72 тысячи, мой запрос. Стой, не сливай. Пропал запрос сверху, справа. Что сейчас будет? Рынок залагал, запрос пропал мой. Тихо. Неужели продал? Что это? Что это? Что это значит? Он слил мне или не слил?
Ты продал мне или не продал его, бро? У меня один, и продал сейчас 60. Ты мне продал его сейчас или не продал, братанчик? Братуха, я не понимаю. Фул? Что фул? Не-не-не, братуха. Только не фул, я умоляю, лишь бы не по фулу. Продал. За 0.03? Пожалуйста, лишь бы за 0.03. Лишь бы за 0.03, умоляю, братик. Пожалуйста, лишь бы за... Падали. Конечно, ты падаль. Конечно, ты падаль. Конечно, ты падаль! Зачем? Вот просто скажи, зачем? Вот зачем ты это сделал? Скажи, зачем? А-а-а, смеется. Зачем? Зачем? Зачем ты это сделал? Скажи мне, зачем ты это сделал? Зачем? Я сейчас оставляю скин за 20 голды. Покупай мне скин за 20 голды, нахрен. Все смеются. Все смеются, смеются. Что? Что я вам сделал? Что я вам сделал? Я сейчас оставляю скин. Нет, какой за 20? За 39 нахренка. Я выставляю скин, чтобы ты мне прямо сейчас его купил. Что я его солью по фулу? Что, я сейчас тебе скажу, сколько ты мне должен голды. Я сейчас скажу, сколько ты мне должен голды. Сейчас скажу тебе, сколько ты мне должен голды, нахрен. Сейчас тебе скажу, сколько, если я буду сливать за 70... так, за 71500. Сейчас тебе скажу, сколько ты мне должен будешь голды. 71500, давай, ну давай, за 71к я сливаю его. 56к, и ты мне еще должен, давайте посчитаем на калькуляторе, да? Сколько ты мне должен голды нахрен? Сейчас посчитаем его, сейчас посчитаем на калькуляторе. 72 тысячи минус 56к. 16к, ты мне 16к должен прямо сейчас. Я выставляю скин за 16500. Нет, слушайте, стоп, ты мне с комиссией еще должен мне. Прямо сейчас должен скин мой купить. Сейчас ты должен мне прямо сейчас скин мой купить. Смотри, я сейчас выставляю его. Выставляю с комиссией нахрен. Твою мать, даже так не получается. Посрать, короче, пускай будет так. Вот. 19888.17. Покупай. Если ты нормальный чел, если ты не кидок, заскамил меня, покупай. Я копил эту голду. Я хотел подписчикам ее раздать. Я хотел подписчикам голду раздать эту. А он его у меня взял, заскамил. Покупай. За 19888. А мне скамит. Покупай. У меня нету голды. Ты продал. Ты мне кирголд за 72 тысячи продал. Ты мне продал за 72 тысячи, конечно, у тебя нету голды. А, блин, челюсть даже болеть начала. С тебя прямо сейчас. Покупаешь скин. Если ты не покупаешь, я тебе отвечу. Я отправлю твой ID разработчикам нахрен. Тебя забанишь. Нахрен! Я хотел эту голду подписчикам раздать. Я хотел ее подписчикам раздать, понимаешь? 19888. 4 гринча. 4 гринча! Я его кикаю. Мразь. Я засекаю 55 секунд. Если за 55 секунд он не покупает вот этот вот скин, я отправляю его ID разработчиков. 53. 52. 51. 66. 49. Сейчас еще проверю, сколько у меня голды будет на балансе. Не дай бог там будет голды на балансе мало. Если там будет голды мало на балансе, так это 100% так и будет. Твою мать! Я хотел подписчикам голду эту раздать, вы понимаете? Я хотел подписчикам эту голду раздать, вы понимаете? Это фиаско. Это просто фиаско! Фиаско! Сейчас проверим, я захожу. Ну, если сейчас будет у меня голды мало на балансе, это трындец. Тварюга. Я никак не окуплюсь. Все, если только по фулу его вот так вот продам, я только так окуплюсь. Я больше никак не окуплюсь, понимаете? Я больше никак не окуплюсь. Меня все скамят. Меня все просто скамят. Просто трындец. И он не хочет покупать этот скин. Понятное дело, зачем ему? Короче, я покупаю Хэллоуин стикер пак. Если сейчас еще оттуда у меня рарка выпадет, я ухожу с игры. Все, я говорю, если оттуда у меня рарка выпадает, я ухожу с игры, нахрен. Если оттуда мы выбиваем рарку, я ухожу из игры. Может, хотя бы стикер пак за 0.03 словлю. Ну, пожалуйста. Я реально по-честному его выиграл, понимаете? Если мне сейчас по фулу сольют, это будет трындец. Я по-честному человека выиграл по фулу. Выиграл, а он не по фулу слит. Сейчас эти по фулу мне сейчас сольют, смотрите. Просто проверяем. Сейчас вот, если здесь исчезает цена, и вот здесь становится моя, оставляется, здесь исчезает. Значит, мне слили по фулу. Вот, смотрите, кто не верит. Вот, смотрите, историю. История покупок. Он оскорбил меня! Спасибо, чел! Я тебя забаню за оскорбление! Спасибо, чел. Если еще за это как-то еще невозможно, еще как-то сложно забанить. Да тут бан! Просто прямо сейчас. Скрин. Я прямо сейчас баню его. Прямо сейчас баню его за оскорбление. Меня чел обманул. Я играл с ним дуэль на Кирголд. Слил мне по фулу.
и Оскор, блядь, начал. Стоп, я могу за оскорбление забанить! Я могу его за оскорбление забанить. Я могу его за оскорбление забанить, стоп! Точняк, чел, ты попал, ты попал! Ты попал на ТВ! Братанчик!